Нанесите на цевье немного суперклея. Затем на это место намотайте свинцовую проволоку. Закрепите монтажную нить на крючке и обмотайте ей свинцовую намотку. Для изготовления сегментации в конце цевья закрепите нить PowerSilk. Для изготовления тела мушки нанесите на нить немного даббинга. Намотайте даббинговую нить на цевье, сначала по направлению к загибу крючка, затем обратно. Для изготовления точки прицеливания нанесите на нить немного даббинга. Намотайте даббинговую нить вплотную к телу мушки. Для изготовления грудки нанесите на нить даббинг, взятый с ушей маски зайца. Затем намотайте даббинговую нить между колечком и точкой прицеливания. Для изготовления спинки сверху цевья закрепите отрезок пленки Rubber Skin шириной 4-5 мм. После закрепления отрежьте лишнюю часть, торчащую вперед. В этом же месте сделайте нитью узел. И отрежьте ее. Теперь необходимо немного натянуть пленку и расположить ее сверху цевья.
Затем несколькими оборотами нити Power Silk закрепите ее. Для изготовления сегментации намотайте нить Power Silk на тело мушки. Обороты нити должны быть очень тугими, чтобы нить врезалась в спинку мушки. По окончании намотки сделайте нитью Power Silk завершающий узел. И отрежьте ее. Также отрежьте торчащую назад лишнюю часть пленки. Щеточкой Velcro немного расчешите элементы мушки. Теперь необходимо с помощью водостойких маркеров придать спинке более реалистичный вид. Все, мушка готова.